Всем привет, дорогие друзья, с вами Тотем Паут, а мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved, PvP сезон. И сегодня будет для вас вставочный ролик, как мы с пацанами пробовали своровать яйца дрейков на урезанных моногармах. Это было очень жестко, поэтому если ты подпишешься на канал и поддержишь лайком, огромное тебе спасибо. Ну что ж, приятного просмотра. Подойду к водопаду. Там, где мы с тобой бегали сейчас? Да, где мы с тобой были и нас там зарейдили. Ну все, сейчас туда приедем. Сейчас туда иди, я туда тоже бегу. Воу-воу-воу, тихо, не надо. А что, это томилка? Томилка, да, очки. Виши какой-то, да кто там жарёт-то? Слышишь, а может тогда посмотрим заодно, что там с нашей базой? Так мы сейчас это и увидим. Я, знаешь, почему этой дорогой иду? Потому что тут записка для нас с Вовой. Внизу в самом. Тогда подожди, я же её на своём активирую. А, так это, я сейчас тоже эту Алису свою... Ключи. А, ты эту записку, я понял. Да. Слушайте, а тут это самое... ну как сказать? Силовое поле такое или что это за херня? Какое силовое поле? Ну купол стоит. Где? КСР. Тековский щит. Тековский щит? Где тековский щит? На водопаде? Там водопад. Сейчас челики выйдут, скажут, что за пидор на водопаде сидит. Так наш место заняли, да? Вот они, это вы там были? Воу, ничего себе. Ну вот я и говорю. КСМ. Так они, получается, нас зарыдили, чтобы мы им тут не мешали. Да может и не они, рей. Так, ладно, Анатолий, ты где? Да вот он, я вот он. Обходим другой стороной в пенисы. Так там отторели стоят, не? Лучше не проверять. Там нет ничего. Не а стоит. Мы в любом случае ничего не сделаем. А, нет, подожди, там стоят, знаешь, эти самые тековские... О, вот там, может быть, через окна там не стреляют. Там этот сейчас, офлайн-защита там. Так не, я к тому, что турели, может, нас что, отстрелят, не отстрелят? Ну, могут. А может, лучше не проверять. Анатолий, ты... Подожди, да я выйду на своем. Выходи. Да сейчас, 28 секунд еще. Ого, сколько опыта дало, слышишь? Давай пока погасим. Анатолий, гаси дрейка. У меня Вова сидит. Да ёб твою мать. Чё, Вов, прошло 8 секунд? Не-не-не, 80 еще. Да чё ты такой... Быдло-то, а? Блин, а собак-то не взяли? Ёлки-палки. Точно, собак не взяли, ну не поздно, кстати. Сейчас будем томить. Тут рядом... Всё, нема никого? М? Выхожу. Выходи. О, скоробей. Анатолий, мы наверху. Ну, заебись. Ты где? Сейчас я к вам подниму. Так, ну смотрите, вот в ту сторону давайте, там это... Был где-то... Не, растение Z. Чё, все догоняют, да? А то, что домашнее, вот тут, вот тут... Стеночка подойдет? Нет, не подойдет. Вот растение Z, ребят. Угу. Растение Z, берем здесь семечки, вы... Да, почти дошли, вон вижу. А что, все, все, тогда сюда. Короче, ждем эти семечки. На хиле, блин, стой. Я хочу сказать, что эти монаги палевные такие, я хуй, они светятся как-то, вау. На этом абере, просто пол карты видно.
Да, посадочные они, ну. Я пока активирую, значит. Козлик. Я пока это слушаю. Он брейк ходит. Проверим. Что, проверим? Без сомнения, это еще один способ держать выживших в тонусе. Больно мы ему уши, так? Подойди ближе, ты на расстоянии урон не даешь. 10 FPS, это пиздец. Когда они уже из этой игры игру сделали? Из этой игры игру сделали. Не ходячий, сука, бенчмарк. Так, ладно, давайте туда пойдем. Только не по воде. А мы и не по воде пойдем. Ну, конечно, мы по ней не пойдем, мы по ней поплывем, да? Да, там эти. Медузы. Медуза. Не. Я тоже подумал об этом. Да. Догоняете, все нормально? Да, да. Что ж такое? 13. У меня 13-14. Ну так, у меня карточка мощнее в 2 раза, чем твоя, ну ты знаешь. Ну и FPS тоже ровно в 2 раза больше. Так, чё, где там? А, во, уже вижу. Кого? А, куда прыгать? Так, куда вот прыгать? Тут... Только не в воду. Не в воду, тут нет воды. Вот смотри. Короче... Ой, так, я назад. Тут ортоплевру много. Короче, видите, где эта желтая штука такая? Ну, я у тебя, да. А, так, Толяна, вон и тут. Да я прорываюсь через заросли. Будете лутать? А да, я гляну что-то. Там палочки, ну я палочки возьму. И там серьезно? Еще чертеж на Так, куда ты прыгать собрал? Так, ну смотрите, вот там вот у нас скелет, да? Если мы сейчас... Ну вот, за мной пока не идите, я сейчас это... Да блин. Попробую сейчас вот тут пройти, посмотреть. Аккуратно. Так. Ты решил вниз прыгнуть сразу? Ща, какие опыты. Сразу вниз прыгнуть решил? Не, сразу вниз не прыгай. Смотри, вот куда я сейчас буду прыгать. Хорошо, вот, на железку, на ту я вон вижу, ты прыгнул. Да, угу. На эту железку. Из железки, железки попробуйте сейчас попробовать, ну, поближе туда прицелиться, вниз гнездо. Бля, угу. Если я не знаю, где гнездо. А, смотри, видишь вот этот скелет вниз? Это что? Я не вижу просто ни хера, у меня блики, это я на чем там... А, блики свет... Красный воду не прыгай, не вздумай. Я понял, что не... Ты перелетел, что ли? Ну, сейчас пизда. А кто внизу? Взлетай. Толян улетел. А ты где? Я сверху тебя. Ебаные блики. В воду только не падай. Да я в воду не упал. Смотри, ты видишь, банан, где... Банан пиздит радиация, куда мне лезть? В смысле радиация? С воды выпрыгни. Я не в воде. Вот в этом-то прикол, я еще не до конца туда. Так ты в воду попал? Да потому что мана, я же говорю. А, такой... ну и не пугай так манагу, радиация мощная. Уж подумали, то уж всему. Нет, я выше пытаюсь подняться. Так, Вован, ты на платформе? Не, я внизу стою. Уже внизу? А, так подожди, нормально, что она на железку? Короче, а вот, Анатолий, видишь скелет под железкой? Скелет под железкой? Здоровый скелет, видишь? Да. Такая штука спускается вниз до воды вот теперь, этой. Теперь, честно говоря, скооперироваться, как... где ваша же... Потому что вот я тебе ей зуб даю. Да. Я прыгнул в железку, а... Стой там, стой там. Давай. Тут выступили все, как раз на него прыгай. Ко мне. Я понял, я на всякий случай в бок. Дамажит очень. Дамажит очень хорошо. Так, я внизу на черепку. Ага. Я тоже здесь. Так, ну и чё? Пойдем, Толя, да?
мы без тебя не пойдем. Да? Ты нам все задерживаешь, да? Как вон они, Дрейки. Переходим чуть дальше. Специально сюда идти не хотел. Короче, я понимаю то, что моя Манага так и так помрет. Если еще. А что помрет, не помрет. А радиация сильно дамажит. Да по одному там ничего страшного. По одному? Это по тебе да. По одному, а по Манаге. По Манаге с бешеной скоростью снимает. Это что за параша там? Говоришь же, что не надо идти. Не, надо пойти. Нам надо Дрейк. Нахера они нам нужны? Кто не может сказать? Тихо. Не, я просто констатирую, что вот реально. Мне теперь как отсюда обратно не вести? На, сука. Стабильность. Надо хотя бы одно яйцо и текать нахрен. Да. Яйцо вытащили. Мы пытаемся. О, видел. Сейчас попробую. Так, пожалуйста, Манага. Опа, я в гнезде, я в гнезде, прикрой. Давай, забираем. Сейчас подойди. Ну, чё? Сейчас подойду я. На себя и сагу я отведу. Ну, готов? Да, готов. Яйцо 50-е. О, здесь прыгай. Раз. Пойдет. Раз, два, три. Давай. Ух, ёб твою мать, опять страшно стало. Давай, беги, беги. Пытаюсь. Нормалек, все нормально. Фух, ёб твою мать, ебать страшно. Все в порядке. Ебать страшно. Ой, их тут дохуя. Давай, перепрыгаем вперед. У меня стамина. Хуё, ой, бля. Тихо. Нет. Блять. Вы чё, Манага? Ты где? Пытаюсь выплыть. Мне не вижу. Мне больно. Где ты? Выпрыгивай. Она не хочет вылазить. Блин. Вылез. Живи, хилься. Так. За тобой никто не гонится. За мной гонится вон. Ух ты. Так, а где тут вылезти-то отсюда? Я здесь, рядом. Где это был? Так, кокос был убит. Так, ты куда ты это назад? Чё ты туда полетел? А куда назад-то? Как ну, пройти? Я, с этой стороны. Блять, жарут. Теперь говорю еще. Я за этим говном вообще не в жизни не был. За этими вашими дрейками. Вован, куда Вован? Во. Отхиль свою, есть он отхилит? Все плохо. Вот видишь, где желтый, ты по прямой там, туда. Где желтый? Вон проход желтый спереди, куда ты смотришь, она. Ага, и чё? Давай. Сейчас. Спереди вниз. Вот сюда ко мне. Сюда к тебе? Да. Давай. Погнали дальше. А знаешь, что я больше скажу? Яйцо было просроченное, сука. Ой, ёб твою мать. Бежишь? Да, бегу. Куда? Бежим. Прыжок. Ой-ой-ой. Живой? Да я живой, я пытаюсь. Ты далеко не уходи. Я рядом.
Я вот, я перепрыгнул. Стамина, стамина, стамина. Дай стамину немножко. Давай. Они бегут. Так, куда? Туда? Да-да-да, по прямой туда. Бегу. Вот эта дорожка на самый верх. Ага. Туда, да, осторожно. Так, куда дальше? Сейчас, сейчас, сейчас. Отстань меня. Подниму. ХП мало, 2000. Бежим, бежим, вверх по дороге туда. Я тебя жду. Ёлки, пап. Проклят, снимал. А ты где? Вот я. А, о, пошли. Аккуратно, под стеночкой. Бежишь? Бегу, бегу. Сейчас тут закончится радиация уже. Адреналин, конечно. Я давно такой не испытывал. Последний раз, когда на Дрейке яйца воровал, именно такой же был. Я правильно иду, да? Да-да-да, я давай. Слава богу. Умри, собака. Я вам честно хочу сказать, я даже не представляю. А, да, Вован, у тебя есть светляк? Есть. Яйцо берешь ты. У меня его нету. Я понял. У меня умер. Забито. Ну ты это, давай, время-то не тяни, давай, делай быстрее, на меня пофиг. О, есть новичка, а ну какое оно? Аккуратно, Дрейк. Где? На соседней скале. Вижу, вижу, вижу. Можешь его как-то? А как так, я его? Выпрыгиваю, осторожно. Выпрыгиваешь? Да. Давай быстрее. Ты готов? Да, да, бери, да, да, меня же... Улетаю. Давай. Летим на скелет. Ага. Раз. Два. Так, стамина. Есть яичко. Есть яйцо? Да. Какого уровня? Назови тебя. Сейчас скажу, какое. Ты где? Я уже в желтом. Я понял. Подожди меня. Я бегу как могу, понимаешь? Ты мне дорогу один раз показал, я запомнил. Помогли. Бежим. Ладно, потом дома посмотрим. По-моему, 190. Слава богу. Хоть кого-то. Ё-моё, вот это сейчас, конечно, мы топим. Тихо, 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 тихо. Чё, тихо. Дрейки. Так, давай, куда, 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 куда? Прямо, прямо сюда. Давай, не сри, а беги. Так, теперь на курьёве не нарваться, конечно, иначе. Я вылез, если чё. Хорошо, молодец. О, куда мы опять зашли? Ну вон туда, я думаю, повыше или нет. Ай-ай-ай, стамины нет. Жду. Где? Я где? Сверху, я сверху. Так.
Да, 190. Ну, отлично. Главное, живыми добраться. Давай быстрее. Так, ты где? Вот. А, во. Куда? Это мы вообще прибежали не туда. Свернули. Так, а куда нам? В обратную сторону надо. Давай в обратную, давай быстрее. Короче, бегу за тобой. К озеру. Да. Опа, нет, налево, налево. А нет, я тут поставил плохие сущности. Прям за тобой, Вован, иду. Давай, 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 давай. Мы вернулись. Да, вниз, вниз. Вниз? Да. Вниз сюда. Дрейки, дрейки, дрейки. Через речку надо как-то. Куда? Прямо, прямо на этот, аккуратно. Я прыгнул. Я понял. Я тоже лечу. Где? Сверху тебя. Вот. Аки, куда? Где мы тут? О, все вверх сюда по железкам. Давай. Идешь? Да, 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 иду, иду, иду. Бежим. Я нашел этот ящик, я могу тэпаться тогда. Аки, тэпайся. Я больше не пойду сюда. Да, ты больше не пойдешь, мы все поняли. Ну, я повторяю. Тебе пока не суждено. Да, я бегу. Так, погоди, погоди. Ой-ой-ой-ой, нет! Не-не-не, что там? Нет. Где? Я свалился в эту. Сейчас я понял, по какой дороге идти. Я тут жду, чтобы бежать вниз. Ой-ой-ой, плохо-то как. Вот за тобой поторопился. Не спеши. Ты в самом низко, ого. Да. Да, прямо наверх, и туда уступи. Плохо, Монаги. Слушай, а чё если ты... У тебя сколько хп на Монаги? 500 еще. Сколько? 500 еще. Давай спустись вниз, пожалуйста, ко мне. И надо Монагу в Криопод забрать, и меня тогда повезешь. Да? Да, Монаги очень плохо. Лечу. На Иксте два челика каких-то. Так. Сейчас, 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 сейчас. Тихо, тихо. Они больше не идут или идут? Так, сдай. Давай, забирай, забирай. Да забирайся ты. Да какой напсмонтар, норку забирай. Это. Норку забираю. Сейчас. Да она. Сейчас. Все нормально, давай, давай. Она не хочет забираться. Она не работает. Во, 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 тихо. Опа. Садись, садись. Сажусь. Сидишь? Да, сижу. Так, теперь куда нам? Теперь нам к скелету получается. Это я не сюда буду тогда получил. Да, 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 да. Ну ты, я думаю, запомнил, какую реку ты перепрыгивал. Да фиг его знает. Да, все верно. Нам туда наверх, да? Да. А как туда перепрыгнуть? А вон, 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 вон на другой берег надо, получается. Давай быстрей, быстрей. Кусает. Да, 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 да. Все правильно, Вова. Все, бежим. Главное, чтобы пурвовии не было.
Тихо. Давай, Вова. Так, сюда наверх. Да, наверх. Точно. Да, правильно идем. Надо отхилиться. Отхилься. Главное, блять. Живой? Да, покоя никакого не дадут собаки. Я считаю, лучше просто отсюда уже свалить, да и все, я Манагу где-нибудь в другом месте похилю. Вон совы на это дома есть. Надо было сову с собой брать. Ага, сову с собой брать, это ж вообще безумие было бы. Ты бы знал сейчас, какой ролик получается. Это охренеть, это будут люди смотреть, охренеют, как бывает в жизни. Так, подлечимся чуть-чуть с таминкой. Я вам тут привязку сделаю на него. Хорошо, хорошо, спасибо. Ну все, там полная привязка. Все, родилка закончилась. Ага. Пока что, сейчас подлечимся чуть-чуть. А можешь я теперь на свою сяду, раз уж радиации нет? Давай. Таймер не этот, подожди, таймер прошел? Да. Да куда ты, ебанутый, полетела, блин. Оо. Вообще плохая манага. Вот, есть кое-что. Съешь иди. Так там дальше цветок. Так мясо возьми еще тоже. У нее сейчас нахуй. У нее сейчас 1244 осталось. У них все получилось. Почти. Ну, в яйцо получили, уже получается, мы справились. Конечно, через нервы, через все прочее, но мы это сделали. Это самое главное в историю попадет, я ж это записал. Так. Вон там за кристаллом есть хилка. Отключаем свет. Отключи, только эти побегут. Ну хотя мы к хилке подойдем не должны. Это, да, и еще Пурови аккуратно. А где ты тут видел хилку? Она дальше, значит. Или где она вообще? Она где-то тут была. Так, куда мы пришли? Куда-то не туда. А, она, наверное, на ту сторону перепрыгнула. Наверное. Прыгаем? Да. А, это мы отсюда начали, со Сталяном. Все, понятно. Ты бежишь? Да. Так, радиация началась. Давай быстрее. Слушай, а может обратно я в криопод заберу? У нас, кстати, минус. Как хочешь. Вещи-то мои. Назад. Давай-ка я в криопод засуну, где радиация. Сейчас, там где? О, вот тут нет. И дальше мы тогда... Это, ладно, назад не получится отхилить. Да, вещи мы твои потеряли, но докажи, лучше жить, когда Манага живая.
Это, конечно, лучше. Поэтому закроем глаза на эти потери, у нас есть яйцо. Хуй с тем яйцом. Вы нервы потраченные этим яйцом покупаете. Все нормально, что ты? Что ты опять начинаешь? Так, сейчас. Я понял, куда уже. Ля, Вов, мы победили. Да подожди, давай выберемся еще. Ну мы ж в синем уже. Фух, вот это катка. Ну, в итоге нам еле-еле получилось это сделать. Спасибо, дорогие друзья, за то, что смотрели этот ролик. Подписались на канал, поставили лайчик. Всем удачи и всем до скорых встреч. Всем пока.